Привет, друзья! Решил выложить еще одно видео про китайский скутер Venta Retro и рассказать о нем поподробнее. Хочу напомнить, что по документам здесь двигатель стоит 50 кубических сантиметров, что выбито это и на самом двигателе, как видите, 139 КМБ. Регистрации никакой не требуется. Права подходят любые. Проехал я на нем вот такое вот уже интересное число. 3/6 километров. Ведет себя прекрасно. Стал меньше есть топлива. Видимо, прошла обкатка. Разгонял я его до 120 км в час, что здесь есть на спидометре свободно. Но, скорее всего, спидометр обманывает. Вот такой у него красивый видочек, очень много хрома, тонированные фары, поворотники, сзади то же самое. Есть у него багажник под сиденьем, который открывается с ключа, электрозамок. Вот довольно-таки вместительный. Также есть бардачок под рулем, тоже довольно большой. Подножки у нее такие интересные, задние открываются с кнопочки. Ведет себя на трассе скутер прекрасно, дорогу держит уверенно. Советую, кому нужен скутер, покупать такой. Выделяется очень из массы, многие обращают внимание. Присутствует здесь электрозапуск, вот так он работает. Кому если что-то интересно, пишите в комментариях. Буду рад ответить.